Новые горизонты возможностей. Необычная шоу-программа под таким названием собрала в Пушкинском районе сильных духом людей. Тех, кого не сломила судьба. Участники мероприятия – инвалиды-колясочники, которые смогли преодолеть себя. Активисты областной общественной организации «Инвалидов-колесница» на сцене показали свои таланты. Быть крутым баскетболистом можно, даже если у тебя ограниченные возможности здоровья. Это доказывает единственная в регионе баскетбольная команда на колясках из Люберец. На протяжении 5 лет спорт помогает парням справиться со всеми жизненными сложностями. Адаптивный спорт – это для людей, которые уже или получили травмы, имеют какую-то инвалидность, то есть они могут просто таким образом как бы активизироваться, социализироваться, там, реабилитацию какую-то получить, то есть восстановить какие-то свои функции, в том числе и социальные. Там, взаимодействие с партнером, там, работа в команде, поездки, самостоятельность, то есть это все развивается. В необычной шоу-программе колясочники показали навыки активного образа жизни, творчества и паралимпийские виды спорта. 17 участников, 12 из которых – жители столичного региона. Удивили зрителей своими способностями. Многие из них имеют спортивные звания и разряды. Чемпион Подмосковья 2018 года, чемпион Подмосковья 2019 года по армрестлингу. Сила воли. Как бы уже 13 лет сижу на коляске, и как бы я не отчаиваюсь, я в виде выступаю. На всяких мероприятиях, куда только не езжу. Сложности во всем есть. Это, конечно, все долго, трудоемко. Все-таки надо знать, как это делать, что делается. Не дай бог порвать связки или сломать руку. Новые горизонты возможностей – это продолжение знаменитого фестиваля «Богатыри Подмосковья». Шоу-программа инвалидов-колясочников пока уникальна в своем роде. Это первый такой опыт вообще в Российской Федерации. Я думаю, что буду продолжать. Конечно, хотелось бы дальше развивать и тиражировать, гастролировать. Планировал показать эту программу на премии губернатора нашего Подмосковья. В этом шоу победитель каждый. Все участники получили подарки от Министерства социального развития Московской области и администрации Пушкинского района. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.